За 10 лет в школе, вспоминает депутат Александр Васильев, было много интересного, но ярче остальных в памяти отпечаталось 1 сентября в первом классе. Я помню, тогда были модные цветы гладиолуса, такие, я стоял большим гладиолусом, понимаете, в такой форме был, специальный рюкзак был тогда трудно достать, не как сейчас пошел докупил, поэтому это очень сильное воспоминание. Чтобы дети смогли запомнить школу на всю жизнь, уверен муниципальный депутат, нужно как следует подготовить их к началу учебы, в том числе обеспечить необходимыми принадлежностями. Акварель, да. Клей, спасибо. Обычный, да. Для бумаги, маркеры. А еще альбомы, тетради, ручки и карандаши. В наборе канцелярии есть все, что может понадобиться на уроках. В наше время сейчас очень тяжело, конечно, детей собрать в школу, и тяжело, и дорого. Но прям вот этот набор, он нам, конечно, прям очень помог. И, можно сказать, целый год мы уже не будем думать об этом. К подготовке школьников к новому учебному году присоединилась и Юлия Ишкова. Говорит, искренне рада, что сегодня у детей есть все то, о чем в ее школьные годы приходилось только мечтать. Любому родителю всегда хочется своему ребенку купить что-то новое. Ну, обычно мы покупаем всегда рюкзак, мы покупаем новые там тетради, альбомы, карандаши и так далее. И дети очень радуются этому, потому что они тоже любят все новое. Наборы канцелярии к предстоящему учебному году подарили детям из многодетных, малообеспеченных и семей участников СВО. Подарки школьникам вручили в рамках ежегодной акции «Собери ребенка в школу» партии «Единая Россия». Нина Липанова, Вильфред Дибковский, новости Химки ТВ.